Всем привет! Сейчас нахожусь на поле, копаем картошку. Уже семечко выкопали. Сынок нам помогает. Люди копают. Копаем под адаптер, под плужок. Приехали с сыном на машине. Докопали мы картошку. Накопали 19 мешков из 5 соток. Картошка в этом году не очень. Здесь у нас было 7 рядов по 100 метров. Вот такой урожай в этом году. Люди копают. Ну а мы собираемся домой. Сегодня солнечно. Солнечная погода. Картошка неплохая, крупная, но под кустами ее очень мало. Вот столько накопали. Ну вот такой урожай у нас картошки. У людей тоже картошки нет в этом году. Картошка никакая. Вот такая всякая. И мелкая, и крупная. Люди копают. Кто как может. Кто-то русилкой, трактором повыпахивал. Кто как, кто под лопату, кто как. Здесь, кстати, у нас торфяник. Земля торфяная. Поэтому вот такая картошка. Вся черная. Но главное, что сухая. Сегодня солнечная погода. Выкопали солнечную погоду. Картошка сухая. А это мой помощник, сынок. Помогал нам копать картошку, завязывает мешки. Села в машину отдохнуть. Дурно, жарко. У нас бабье лето. 27 градуса, наверное, сегодня. Очень жарко. Светит солнышко. Ну, а мы сейчас позавязываем мешки. И ждем трактор. Здесь муж готовит веревки, завязывает мешки. Сынок завязывает. Вот так под адаптер и плужок мы подпахивали свою картошку. Вот такая красота села на меня, на мою руку. Бабочка. У нас бабье лето, 25, даже 27 градусов где-то, очень жарко. Так вот сидит и не улетает. И сидеть на моей руке. Бабочка молоденькая. Села моя бабочка мужу на кепку.
и сидит, посиживает. Приехал трактор, грузят мои мужики мешки на трактор. Накопали мы 19 мешков. Здесь у нас было 7 рядов, 5 соток, 7 рядов по 100 метров. Люди еще копают, кто-то уже выкопал. Кто-то еще будет копать, скосили, кто-то еще не косил. Ну а здесь стоит машина сына, наш мотоблок. Я несу ведро с картошкой. Принесла к машине. Ну а я села на ведро и сижу, отдыхаю. Сейчас загрузят мешки, поедем домой. Ну вот это наш помощник мотоблок. Вот так на адаптере. И вот с такой копалкой муж подкапывал картошку. Наш помощник мотоблок. Без него как без рук в деревне. Ну а здесь вот таких два арбузика. Где копаем картошку, там нас угощают и арбузами. Арбузы домашние с огорода. Такие арбузики. Ну вот и на этом копка картошки в этом году у нас закончена. Собираемся, едем домой. Все, мы уже дома. Картошку нам привезли. Вот такой у нас урожай. Накопали 19 мешков. Картошка в этом году не ахти. Так, она вроде бы ничего. Нормальная, крупная, средняя такая. Но ее очень мало под кустом. Вот такой урожай.